Какой зрелищный матч мы наблюдаем! Опасная атака у ворот Локомотива. Неудачно защитник сыграл в подкате. Удар! Мяч летит в правый верхний угол ворот. Для всех болельщиков Лока время сейчас замедлилось. Все внимание обращено на мяч. Спасет только чудо! Хотите верьте, хотите нет, но мяч отбит. Вот это сейв в исполнении супер-вратаря Локомотива. Главный тренер Лока просчитывает все варианты, как усилить игру своей команды. Замена. Интересно. На поле выходит очень быстрый игрок. Заряд на победу зашкаливает. Мяч сразу достается ей. Убегает от соперника. Вот это суперскорость у 16-го номера красно-зеленых. Оппонента оставила позади. Нужно бить. Удар. И гол! Супергерои. Суперлока. Суперкубок. 18 июня в 14:00. Спортгородок Лужники. Локомотив ЦСКА.